Дениска спрашивает, сталинизм, кукалдизм, вопрос, царизм, кукалдизм, вопрос, путинизм, кукалдизм, вопрос, зависит по отношению к кому. Сталин не куколд, царь не был куколдом, ну, по крайней мере, все, кроме последнего. А путинизм, Путин не куколд, очевидно, да, нет, он, я плохо знаю терминологию всех этих извращенческих субкультур, ну, как его там, быком называют, да, нет, они как раз те, кто ставит всех окружающих на колени. Вот быть под Сталином, быть под Путиным и оправдывать Путина, и заискивать перед Путиным, пока он тебя, я прошу прощения, в задницу, да, вот это куколдизм, да. А сами они куколдами не являются, нет, они поставили мир раком, и он там до сих пор стоит вместе с миллионами человек. Так что, да, вроде бы ответил Дениска на твой вопрос. Спасибо за донат.